Всем привет, меня зовут Фил, и мы сегодня поговорим о продукции от компании Alpinestars Tech Air. Tech Air поставляется как отдельный автономный элемент и представляет собой комплект из жилета воздушной подушки, пневмопатрона, электронного управляющего блока и нескольких сенсоров удара. Один датчик в спиной секции и два датчика, расположенных на плечах. Эти датчики контролируют удары или неожиданное движение тела мотоциклиста. Если тело подверглось сильному и внезапному воздействию энергии, происходит надувание подушки. Подушка надувается за 25 миллисекунд. Срабатывает в момент вылета из седла. Питание системы Tech Air осуществляется от собственного аккумулятора. Он работает 25 часов без подзарядки. Перед поездкой не забудьте включить тумблер на самой подушке. Полноценная активация подушки происходит при застегивании молнии. Контролировать исправность и готовность к работе можно с помощью светодиодного дисплея на левом рукаве. Система не имеет никакой привязки к конкретному мотоциклу, расположена полностью в мотокуртке, не требует никакой настройки и готова к использованию сразу, как только вы надели куртку. Соответственно, не требует никакие дополнительные работы по доп. Оборудованию мотоцикла и его электронной коммуникации с водителем или пассажиром, как того требует ряд аналогичных систем других производителей. Электронный блок влагоустойчив, что позволяет систему использовать в любых погодных условиях. Alpinestars Tech Air может использоваться на любых видах мотоциклов и скутеров. Инженеры на протяжении 10 лет провели множество исследований, компьютерных симуляций и практических испытаний, включая реальные краш-тесты. Система Alpinestars Tech Air способна выявить критическую ситуацию в пределах 30-60 миллисекунд, после чего срабатывает пневмопатрон, подушка полностью заполняется воздухом. Отдельная работа проведена по исключению ложных срабатываний. Tech Air способна защитить водителя мотоцикла даже в неподвижном состоянии, например, при ударе сзади во время ожидания на светофоре. Компания Alpinestars специально не делали воротник вокруг шеи, поскольку исследования доказали, что при аварии фиксация шеи только наоборот повысит вероятность перелома. Система имеет европейскую сертификацию безопасности. Более подробную информацию о Tech Air можете узнать в мотосалонах Bikeland.